И всем привет! С вами Незерамс, мы продолжаем проходить Power Slave. И на очереди у нас уровень шахты Амуно. Кем бы он ни был, мы заходим в его шахты. Да, этот уровень очень такой вызывающей сложности, назовем это так. Потому что тут довольно много вещей надо сделать. И вернуться в него надо будет еще. Ну, в общем, просто в него надо будет еще вернуться потом. Конечно, в будущем, все равно. Сам факт, что одним заходом в этот уровень у нас дело не закончится. Так, нет. Мне, по-моему, сюда надо. Кстати, здесь, судя по писку, находится еще один ошметок нашего трансформатора, чей передатчик. Трансмиттер, точнее, по-моему, он из... Судя по всему, он находится вот там вот, где в уголке лифт находится. Вот здесь вот. Нет? Серьезно? Не здесь? Обидно-то как? Фига себе, он сколько с него... Ну да. Это жижа довольно больно бьет. Так что, даже то, что у нас три тройное здоровье, нам никак не поможет пройти по этой жиже. Вообще никак. Иди в лес, неудачник. Так. Значит, передача находится не здесь. Кстати, скорпионом плевать на этот, на эту кислоту. Взять передатчик где-то заныкан покрепче, чем просто в яме с кислотой. А! Да что ж вас тут так много? Жуки паршивые. Неприятные жуки. Так. Символ времени сперли. Это плюс. Значит, нам теперь надо идти вот сюда вот. Эх, боезапасик лучше бы дал. А вот. Фига себе, он охренел. Я не знаю, что это за звук. Но, похоже, судя по всему, это звук был в игре. Да, он сдохнет. Порежу нафиг. На фарш порежу. Жесть. Ни один из них не дал мне боезапас.
а? Как ты паршивый муха? Жесть. Ну не пищи ты. Отлично. Немножко боезапасика нашли. Да зарежу тебя, бочка. О, боезапас, это хорошо. Сюда мы не забираемся. А куда мне тогда? Сюда, что ли? Ё-моё. Кажется, кто-то получает по лицу. Так это, конечно, плохо, потому что он где-то там будет ждать. Ты где? Фига себе, он далеко там был. Так, символ земли. Это, наверное, двери напротив той, которая была символом времени. Фу-ху. Фух, жесть. Я это сделал. Фига себе, я чуть не улетел. Бомбы. Нет, спасибо. Штуки, я на вас бомбы тратить не хочу. Точнее, даже дело не в тратить, а испытывать. Так, у нас есть несколько вариантов. Я воспользуюсь самым простым из них. Я выйду с уровня, сделаю себе такой чекпоинт, что... Если я сейчас выйду с уровня, бомбы у меня останутся. То есть, эту часть уже проходить заново не надо будет. Давай, чё ты? Сохраняемся? И перезаходим в уровень. Чисто, чтобы уже с бомбами начинать. Потому что бомбы ОМОНа это дело такое. Они нам обязательно нужны. Конечно, обидно, что боезапаса нет. Причем нет. Довольно-таки значительное. Значительное отсутствие. Так, ну, можно, в принципе, пробовать бомбами. А, черт. Здесь сейчас полностью будет подниматься. А. Я даже не могу своей головы остановить. Как так? За что вообще? Так, отлично. Как вариант? Ты жук поганый. Интересно, почему они меня раздражают. Что появляются непонятно где, непонятно зачем.
Ага. Ну, собственно, еще один ошметок передатчика был спрятан в стене. Это корпус. Нижняя часть корпуса. Ага. Я, кстати, на самом деле предпочту пойти... Хотя, ну ладно, это уж не будет пойти идти сохраняться. Но самое главное, все-таки я пошел. Я уже сохранил. Нормально. А! Это конец за спиной упал, наверное. Иди сюда, гад, иди сюда. Что, нравится? По лицу тут получать. И так будет с каждой, поняли? Пираньи не обжаренные. Какой нехороший. Взял пираний бедных, разбомбил. Да, кстати, бомба работает под водой. Полезное свойство. Так, нам надо торопиться. Конечно, когда у нас вот это время выйдет, у нас будет еще пара мгновений, пока у нас здоровье будет убивать. Ну, не хотелось бы до этого доводить, потому что здоровье уходит крайне быстро. Ага, снова пираньи появились, по-моему. Кто ж ты? Рыба. Ну нафиг. Ну нафиг такую рыбу. Я лучше вот так. Как-нибудь попримитивнее. Ать. Эх, ну ладно. Так. Это какой-то столбик мы опустили. Зачем он нужен? Поймем чуть-чуть попозже. А сейчас... А. Видимо, он там что-то блокировал. Ты чё? Кто там? Неудачник. Неудачники. Так этот жук хотел сделать вид, что неудачник тут только один. И это явно не один из них. Так, видимо, вот этот столбик мы убрали. Надо боезапасик найти. Это он. То есть теперь мы нашли ключ. Ты случайно не в бабах? Ты случайно в бабах. Ага. А зачем мне сюда? Простите. Ой, нескромный вопрос. Непонятно, зачем мне туда. Может быть, надо.
Ой-ой-ой. Свали, муха. Кто ты? Кем бы ты ни был, свали просто. Неважно, кто ты. Так, у меня всего, надеюсь, подходящий. Да. Это замечательно. Так, ну конечно это обидно, что так мало боезапаса у меня остается. Или я бы даже сказал бомба запаса. Ну что ж поделаешь, ничего не поделаешь ведь. Сдохни, ты, тварь. Где? Зараза такая. Мне же пофиг на тот бонус, который с нее выпал. Ну, серьезно. Ты так телепортируешься? Меня это не двигай. Ты чё? Где ты, зараза? Куда мне идти? Мне вот туда, да? Не радужно. Наконец-то. Быщ-быщ. Это, по-моему, можно так делать, да? Так. Уже почти, уже близко. Фига себе, близко он встал. Шахты Амуна пройдены. Не полностью, конечно же. Но достаточно. Так, у нас дворец Сета. Я схожу сюда, заполню себе боезапас. У нас тут довольно близко, по-моему, лежит полный набор, ну, то есть полный боезапасик. К сожалению, всего один, по-моему. Хотя далеко не факт, на самом деле, может быть, и не один. Ну я собираюсь взять только один. Короче, иди в лес. Так, я думаю, буду брать вот на этот, а на остальное оружие по половинке достанется. Так вот, можно было, конечно, для экономии их так поубивать. Ну да ладно. Можно, кстати, вот так вот сделать. Ну ладно. Так. Сюда это возьмем и заполняем себе боезапас. Это полный, это полное. И пистолет полный.
И даже здоровье полное. И вот для чего вот этот выход, собственно, нам стал доступен. Красота. Да, вот на этом мы будем заканчивать данную серию. Я благодарю всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.